«Светлячок-снеговичок» под таким названием сотрудники госавтоинспекции организовали акцию накануне зимних каникул. Главная цель мероприятия – популяризация световозвращающих элементов и привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма. С самого утра в руках ребят кипит работа. Они делают светоотражающие значки-снеговички. У одних это были в виде поделок, у других – аппликации. Но главным элементом стала бумага-световозвращатель. Ну, самое сложное было сделать глаза из бусин и вырезать снеговика самого. А легче всего вырезать из светоотражательной бумаги всякие детали. Занятия по безопасности дорожного движения 24-й гимназии стали не только хорошей традицией, но и профилактикой. За последние 5 лет не было зафиксировано ни одного ДТП с участием гимназиста. Делаем поделки постоянно и вручаем пешеходам и водителям, потому что время такое, да и тем более, что детки сейчас будут находиться одни большую часть времени на каникулах. Необычные фликеры ребята решили подарить маленьким друзьям детского сада номер 34 «Красная шапочка». Яркие светлячки-снеговички малышам поднимут настроение и еще раз напомнят о безопасности. Детей учат не слова, а детей учат поступки. Сегодня школьники нам показали юидовцы, они показали нам сценки, как нужно правильно вести себя на дороге, как переходить через дорогу. И именно вот такие действия учат детей правильно вести себя на проезжей части. Своеобразный экзамен пешехода о том, как вести себя на проезжей части, ребята сдавали уже сотруднику ГИБДД. Очередной раз хочется напомнить родителям, чтобы они, когда дети выходят на улицу, одевали световозвращающие элементы. Это неотъемлемая часть повседневной жизни. Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз, поэтому зимние каникулы должны быть прежде всего безопасными. Дарья Бамбульская, Станислав Олин, Новости Плюс.